Привет всем, уважаемые друзья, подписчики, любители рыболовы, спортсмены или просто кто любит отдохнуть на водоеме. Всем, кто смотрит мой канал, я хочу сегодня сделать такой видеоотчет, да, ну, может быть, глупо звучит, потому что видеоотчет надо делать на водоемах, но у меня просто нету пока технической такой возможности с камерой ходить по водоеме. Вот, так что я вам просто на словах расскажу, что у меня было, что получилось, и поверите, хорошо, не поверите, это дело ваше. Несколько уроков назад я вам показывал свою, вот, ноу-хау нельзя назвать, но тем не менее снасть, которую я назвал паучок. Вот он мой паучок. Я снова его сделал. Почему сделал, ребята? Да потому что, ну, наверное, бывают всякие нюансы на рыбалке. Я урвал его на водоеме, был глубокий очень зацеп, плетеный шнур на моем спиннинге просто выдержал, но, по-видимому, все-таки где-то на узлу что-то не выдержало. Вот. И мне пришлось попрощаться с ней, но прежде чем я попрощался с ней, я на нее прекрасно порыбачил. Это у меня уже вторая рыбалка в этом именно сезоне, вот именно с моим паучком. Первая рыбалка себя зарекомендовала очень исключительно, это же в том варианте, когда у меня стояла мой паучок, рядышком у меня стоял, сейчас я покажу, рядышком стояла у меня любимая всеми снасть, три пружинки, это убийца карася, и обязательно я всегда беру, это тестовая моя снасть, я ее так называю, для проверки поклевки, я тоже про нее делал уроки, это пружина с поводочками, с крючочками, там кто цепляет 2, кто 3, кто 4. Этой снасти я всегда проверяю поклевочку на водоеме, она просто изумительно работает как индикатор. Вот это у меня все было на трех моих спиннингах. Но, как ни странно, и объяснений, в принципе, я пока не знаю. Но работала практически вот только вот эта оснастка, паучок. Хочу снова же сказать, обязательно, это немаловажный факт. Я рыбачил второй раз на водоеме, на очень глубоком водоеме, и где очень твердое дно, где совершенно чистое дно. Потому что и была у меня возможность выйти на мой водоем, где заилистое дно, я на свой паучок, к сожалению, не увидел ни одной поклевки. В то же время, когда три пружинки, то есть убийца карася, работала исключительно. Вот, я первую рыбалку отрыбачил исключительно этой снастью. Попадался очень хороший карась в районе 300-400 грамм. Вот, соответственно, сюда я одевал свою давно испытанную куку, технопуф. На пружины я заряжал там разные каши. Я не думаю на этом останавливаться. Каждый рыбачик кому что нравится. Вот. Но на второй рыбалке я уже заехал. Я уже прекрасно понимал, что эта снасть рабочая. И все-таки я решил снова ее протестировать. При этом же снова я сделал тот же вариант. Забросил паучок, потом свою пружину и убийца карася. Снова же повторилась та же самая история. Все стояло потому-то глухо и очень мертво. Поклевки совершенно не было. Но действительно сейчас поклевка очень плохая, потому что температура очень большая, порядка 40 градусов доходит. Вода нагретая, прогретая. Рыба, видимо, где-то прячется там, я не знаю, там в кустах, в берегу, на больших глубинах. Но факт в том, что снова сработала моя оснастка, вот этот паучок. И я решил вот сделать такой маленький видеоотчет для вас. Ребята, делайте вот такую снасть, тестируйте ее, пробуйте, усовершенствуйте. Но она рабочая. Кто-то меня спрашивал, не совсем удобно там вытягивать, когда вот на левый или правый крючок попадается там рыбешка. Все нормально, все хорошо вытягивается, никаких проблем, запутываний тоже нету. Ну, не без того, что где-то крючок может и запасть за пружину. Все нормально. Вот после того, у меня уже много знакомых услышали о моей рыбалке. Вот, и есть уже много у меня как бы работы, заказов. Я сейчас сижу здесь и сооружаю. Кто-то попросил с ребят мне поставить чуть-чуть побольше пружину. Я взял
Вот знаменитая пружины ад убийца карася. Да, вот такого. Она действительно чуть побольше в диаметре, чуть побольше сюда каши. То есть, в принципе, я это все соорудил в том же варианте. Просто увеличитель пружины, сюда поставлю те же самые крючочки. Кому не нравится три крючка, в действительности есть некоторые проблемы, ставьте два. С головой хватает, при хорошей поклевке два крючка, это хватит более чем. Так что вот, ребята, я точно могу сказать, делайте, пробуйте, рыбачьте. Спасибо всем за внимание. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, кому не нравится. Вот, спрашивайте, пишите, я буду рад вам дать ответ. И всего наилучшего, удачной всем рыбалки. Пока.